В этот раз депутаты решили начать заседание сессии с вопроса из графы «Разное». Он был о внесении изменений в закон Республики Абхазия о республиканском бюджете на 2019 год. В представленном министром финансов Джансухом Нанба проекте закона меняются основные параметры госбюджета на 2019 год в части доходов, расходов и дефицита бюджета. Говоря простым языком, самым главным в законопроекте было повышение зарплат бюджетникам. Общий объем доходов республиканского бюджета будет увеличен на 471 миллион рублей. Попытаюсь раскрыть немного информацию, что это за цифра и откуда она берется. Из 471 миллиона рублей, 360 миллионов рублей – это увеличение финансовой помощи Российской Федерации в целях социально-экономического развития, значит, по решению межправительственной комиссии от 25 декабря 2018 года. В рамках данного решения также на 60,5 миллионов рублей увеличивается финансовая помощь Российской Федерации, значит, в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017 и 2019 годы. В рамках данного увеличения предполагается и увеличение собственных доходов в объеме 50,4 миллиона рублей. Увеличение, значит, планируемых доходов в основном связано с увеличением общего допустимого улова водных биологических ресурсов, что также подтверждается достаточно хорошими, так скажем, фактическими данными на текущую дату. Общий объем расходов республиканского бюджета будет увеличен на сумму в 1 миллиард 166 миллионов рублей. Из них остатки средств финансовой помощи Российской Федерации 654 миллиона рублей. Если раскладывать переходящие остатки, здесь нужно отметить, что 431 миллион – это переходящие остатки с прошлого года в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию. Значит, и 371 миллион – это увеличение текущей финансовой помощи Российской Федерации. То есть то, о чем я говорил ранее, что было отражено в доходной части. Также в рамках, значит, расходования бюджетных средств республиканского бюджета предполагаются, значит, изменения резервного фонда президента Республики Абхазия, предполагается изменение по бюджетной смете Абхазского государственного телевидения, предполагается увеличение расходов на проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам. Предполагается увеличение на содержание Министерства обороны Республики Абхазия, на Абхазский республиканский совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил Республики Абхазия. Значит, изменения также будут внесены по Министерству по чрезвычайным ситуациям, по Государственной службе охраны, администрации президента, Министерству экономики и по дому-интернату. Вот. Самый главный вопрос, который был озвучен Валерием Ильичем, который будет отражен в данном проекте, это, безусловно, значит, увеличение заработной платы отдельным категориям бюджетников. У части депутатов возникли вопросы о необходимости увеличения объема резервного фонда президента. Мы знаем, что у нас большие долги в Российской Федерации в больницах. Наших пациентов не принимают туда. Раньше на чрезвычайной ситуации нам хватало 100-150 миллионов резервного фонда президента. Сейчас не хватает 350 миллионов, мы хотим увеличить до 440 миллионов рублей резервного фонда президента. Ну а сколько мы будем его расширять? Значит, увеличение резервного фонда, вообще объем резервного фонда президента, он строго регламентируется законом об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса. Он не может превышать 5% от общего объема расходов республиканского бюджета. Данная норма в данной части полностью соблюдается.
Данное увеличение связано в основном с тем чрезвычайным происшествием, которое произошло у нас в городе Сухум. Вы знаете, что у нас сгорела средняя школа номер 2 имени Пушкина. Вот. Безусловно, оставить этот объект не отремонтированным мы не можем. И в рамках поставленной задачи президентом, значит, всеми заинтересованными органами была проделана соответствующая работа и был предложен именно такой вариант. Так как данное происшествие является чрезвычайной ситуацией и в рамках действующего законодательства осуществить подобного рода расходы незапланированные, да, можно только из резервного фонда президента. А документация, что 90 миллионов рублей? Речь не о 90 миллионов. Значит, не вся эта сумма, безусловно, пойдет на восстановление сгоревшей школы. А сколько пойдет? На сегодняшний день, да, все необходимые проектно-сметные документации и заключение государственной экспертизы, насколько мне известно, находятся на финальной стадии. Вот, то есть точную цифру мы узнаем чуть позже. Председатель профильного комитета Натали Смыр выступала за принятие проекта закона, несмотря на некоторые противоречия. Абсолютно я согласна с Саидом Геннадьевичем по вопросу того, что мы вчера достаточно, откровенно говоря, и бурно, и эмоционально эти все вопросы... А? Ну, плодотворно, да, естественно, мы обсуждали. Конечно, есть некоторое несогласие, и я как председатель могла бы тоже с некоторыми параметрами изменений не согласиться. Но здесь во главе угла стоит один самый важный вопрос. И я просто призываю, уважаемые коллеги, прекратить прения по данному вопросу, а перейти к голосованию. Здесь самый важный вопрос стоит о том, что речь идет о повышении заработных плат бюджетникам в бюджетной сфере. В частности, медперсоналу, учителям, работникам культуры. Это вопрос очень насущный и очень актуальный. Вот этот вопрос мы давайте чуть позже, но тоже обсудим с удовольствием. Но речь идет о другом. Почему, я даже скажу более того, как это, воспользуюсь фразой своего коллеги Валерия Владимировича, ничтожность, да, вот... Ничтожный вопрос, но дело в том, что этот вопрос вынесен даже с некоторым нарушением процедур. Уважаемые коллеги, и об этом можно сказать, да? Но мы не будем говорить об этом, потому что нам надо данное решение, уважаемые друзья, принять до 1 июля, потому что выплаты, без принятия данного решения выплат не будет. А выплаты предусматриваются с 1 июля 2019 года. Если мы сейчас его не принимаем, значит приостанавливаются все выплаты. То есть выплаты и перерасчет не будет произведен. В данном конкретном случае все прекрасно знают, что нам необходимо принять данное решение. Решение заключается в том, чтобы принять все изменения. Законопроект после долгих споров был принят депутатами во втором и окончательном чтении. При 19 за, 4 против и 4 воздержавшихся. Депутат Валерий Агарба обратился к министру финансов с просьбой поставить вопрос о включении ремонта детской республиканской больницы в инвестпрограмму. По словам министра финансов, в 2020-2021 году, скорее всего, именно этот объект войдет в инвестпрограмму. Вернувшись к повестке, парламент перешел к кадровым вопросам. Были предложены кандидатуры в суды разных инстанций. Сария Миканба на должность судьи Сухумского городского суда, Фатима Харчелава Ачимчирского районного, Фатима Квициния арбитражного, Анри Барцит Верховного суда. В ходе тайного голосования депутаты утвердили кандидатуры. Рассмотрены и другие вопросы. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ.